Боевая тревога в ходе учений Тихоокеанского флота. В наших территориальных водах у Курильских островов обнаружена американская атомная подводная лодка типа «Вирджиния». Такие оснащаются крылатыми ракетами «Томагавк». Требование всплыть немедленно, переданное на русском и английском языках, нарушитель проигнорировал. Представляете, кошмар. После чего, по правилам защиты госграницы, экипаж фрегата «Маршал Шапошников» применил соответствующие средства. Это подействовало. Американцы запустили имитатор раздвоения цели, чтобы отвлечь внимание. И на максимальной скорости ушли в нейтральные воды. В связи с нарушением подлодки нашей границы в Минобороны вызван военный атташе Соединенных Штатов в Москве. Мы сами в диком восторге.